Ну, спасибо. Опа. Хорошее начало. Нам туда. Где обещанные 20 км в час? Ну, я могу пропустить, в принципе. Я Возрадуйтесь, американские спутники-шпионы поймали клина. О, поймали. Клин поймали. То ли под Санкт-Петербургом какие-то светлячки ползут. Причем в местах на их картах обозначены как пустыри. Необитаемые. А вы еще говорите, велосипедисты без света ездят.
Ничего себе! Дима, а? Я тут не поеду. А чё так? Да ну ты чё? Не слушай, чем ты думал. Да вообще лучше, как ты нарисовал. Ну так и было. Ну да, специально так. Ну вот. Волки. Потеряли кого или что? Что случилось? Нет, ну Дима, понятно, а он за кем-то уехал? Ну, может, он уже домой едет. Да-да, где-то, где-то дома. Встретим в рассвет. Где мы находимся, я говорю, вот он.
А ночью, да. А ночью, пока солнышка нет. Очень странный вопрос, где же? Где же все? Мы приехали, а никто нету.